было 12 лет, 11 лет. Я поехал на лето к отцу после учебы в стадо помогать отцу своему. Поехал к нему, и он меня отправил. Он был бригадиром и хотел мне, ну, сказал, чтобы отправил еду в другую стадо увез. Приехал, они у нас перекочевали. И вот мое блуждение там началось. Я хотел довести до конца продукты. И я заблудился буквально на 6 дней. На третий день, наверное, на третий, да, день. На меня всегда выходил волк с того берега и всегда рядом со мной был. Может и хорошо, может и плохо. Но мне казалось, как будто не то, что, ну, что он меня оберегал, рядом ходил. Поэтому меня всегда, ну, как вы знаете, спрашивают, откуда волк. Я взял волка своего с питомника. Я стоял в очереди за своим волком, наверное, года. Год целый, наверное. Волк, чем мне нравится, это у него несколько раз чутье у него хорошее. Он очень хорошо чует свою жертву. Очень индивидуальный характер у него.